Лучше не видеть. Она уже стоит там третий день, воняет. Мне так лень мыть. Я не знаю, что сделать. Косметики новой, к сожалению, нет. У меня нет денег на эту косметику. Юдин, спасибо за сундук. Как на концерт съездила, хорошо. Таракашек разводишь? Почему таракашек развожу? Непон. А, с этой? С посудой? Луис, hello, please help me finish my bowl. Там нереально огромная гора. Там и казаны, и сковородки, и все на свете. Не хочу я. Пусть стоит. Каким-то чудесным образом она уберется, стопудово. Ребята, давайте, кто хочет стать нашим топ-1, напишу ваш никнейм. Наш рекорд 5000 тенге. Кто перебьет этот рекорд, я вас напишу. Алексей, как дела? Ты где пропадаешь? Почему тебя нет? Почему тебя не видим мы? Скоро в зал пойду. Админы помоют. Нет, никто не помоет, кроме меня. А как зовут Юдина? Юдин, как тебя зовут по-настоящему? Сказать? Номера всех бывших кто-то. Алиса, включи «Не сходи с ума». Включи «Не сходи с ума». Алиса, громкость 10. Дали вторую жизнь этой песне, она мне так понравилась. Просто я знаю, Юдина, хочу узнать, тот или не тот. Ну, его зовут Владлен. Бог, боль! Окей, я просто исчезну, хочешь, а хочешь, буду звонить. Канаты рвутся между нами. И вовсе тонкая нить. Ребят, давайте, кто будет нашим топ-1? Твои доски. Не сходи с ума, не жалей ни о чем. Люби меня, все простишь потом. Спасибо за лайки, у меня уже 20%. У меня только 9 не набирает. Ну ничего страшного. Тут все позже для нее. Я должна была полететь на самолете, в итоге я опоздала. Поехала на машине, обратно на поезде. Да, я с Казахстана, с города Тарас. Алексей пришел, ушел. Почему? Алексей. Не сходи с ума, не жалей ни о чем. Ты меня все простишь потом. Блин, заморала помадой. Или в октаву, что в октаву? Значит, на самолете не летала. Ни разу. Алиса, тише. Алиса, громкость 8. Мне 21. Завтра 7 уроков. Я уже забыла, что это такое.
меня такая короткая память, ужасно. Мне обязательно нужно все фотографировать, чтобы потом вспоминать. Я даже словила себя на мысли о том, что я не помню свою первую поездку на Иссык-Куль. Что там было, как проходили дни. Ну, если вот так вот поднапречь голову, я вспомню. Но так в целом, блин, это очень плохо. Жить с хреновой памятью. Я была в Павлодаре на соревнованиях. Айсия, привет! На соревнованиях я в городе самом не была. Была только в зоне. Как она называется, я не знаю. Как дела, Асиюса? Соревнования по боксу. Нам тоже достается, что достается. Я вообще куда-то ехала. Ну, за границей я была только в Киргизии, все. Я тоже, хорошо. Еще куда? А, понятно. Людочка, спасибо большое за лайки. Кушать хочу. Сделайте звук потише! Тогда я не буду кричать. В чем проблема? Как раз полчаса просижу, и у меня зарядка упадет. Мне сегодня так нравится, как я ресницы наклеила. Ребята, о чем поговорим с вами? Шумба-дуба. Я была в Америке, реально. В идеале я бы хотела родить детей за границей, чтобы у них гражданство было. Там типа в Америке у них американское гражданство, да, будет? Ну там куча всяких нюансов, но в целом, представляете, насколько можно облегчить жизнь для ребенка. О кулинарии. Что тебе рассказать про кулинарию? Я очень круто готовлю, Илюша. Я что-то готовила, тебе не было, по-моему, у меня. Что я готовила? Короче, я много чего вкусного готовила. Особенно суп, да. Главное в еде не красота. Красивую еду в ресторане кушайте. А домашняя еда, она вкусная. Она не обязательно должна быть суперкрасивая. Понятно! Спасибо. Алиса, тише. Ой, я не знаю, сколько я детей хочу. Но я бы хотела погодок. Я как единственный ребенок до 16 лет, я была одна. У меня были братья и сестры. Им будет весело. Вместе будут расти, вместе играть. Даже если друзей нет, они будут вдвоем. И всем. Мы не можем оценить вкус, к сожалению, придется тебе верить. Да, вот поэтому вы меня хейтите. Видите только этот. Визуально то, что не очень. Ой, Илюша! Все. На кассе у нас 6969 тенге. На что один юдин.
что сегодня за день? Ужас. Сколько можно? Мы копим на камеру, на фотоаппарат. Раньше я говорила, что коплю на Алмату. Уже накопила, уже съездила, уже все сделала. Мы сами даже иногда не замечаем, как наши живем в том моменте, о котором мечтали. Я тоже видео видела. Реально. Но я камеру хочу. Чем отличаются украинки от русских? Визуально как будто бы ничем. Или мне так кажется? Не знаю. Ну, страна-то понятна, а визуальную там отличить можно? Мне кажется, нет. Чем они отличаются? Я тоже в Алмату съездила. Здорово. Спасибо за розочку. Сейчас цель Canon G7X Mark III. Характером отличаются? Думаешь? Ты общался с